Я сейчас иду по лесу на свое суперсекретное место. Там растет очень много лисичек. Вот, я уже нашла. Посмотрите, как их здесь много. Они, правда, здесь все очень маленькие. Вон они такие маленькие. Очень много. Я, если честно говоря, так много лисичек уже очень-очень давно не видела, чтобы они так вместе росли. Так. Сейчас мы немножко дальше пройдемся. Здесь очень интересный лес. Здесь растут и березы, и сосны. Здесь все-все-все растет. Семхи, лишайники, черничники, брусничники. Все здесь есть. Очень богатый лес. Вот, а про эту тропу мало кто знает. Так, вот здесь еще лисички. Они маленькие. Очень маленькие. Так, дальше там еще есть. Так, вот. Ага. А вот еще. Там спрятались. Комары сразу залетали. Сниму издалека, чтобы видно было, какое количество лисичек здесь. Очень много. Так, можно дальше пройти. Вот небольшое количество. Так, сейчас дальше еще пройдемся. Ага. И вот еще. Этот гриб называется лисичка обыкновенная. Здесь еще спрятались. Так. Там еще дальше есть. В этом году очень много лисичек. Давайте одну лисичку сорвем, просматриваем ее. Все сорву. Так. Это лисичка обыкновенная. Они яркого оранжевого цвета. Гриб пластинчатый. У него пластиночки там. Маленьких грибов шляпка подворачивается к низу, а пластинки нисходящие по ножке. Когда грибы вырастают, у них шляпка становится воронкообразная. Лисички подходят для всех видов переработки. Для всех типов переработки. Их можно жарить, замораживать. Много-много всего можно с ними делать. Такие вот
У нас лисички выросли. Они растут обычно небольшими группами. Иногда и очень большими. Вон тут у нас довольно-таки большая семья. Вот еще лисички. Напоследок покажу вам.